Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС, межгосударственное объединение, основанное Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР, сообщает Министерство иностранных дел Баку. Кавказское государство уже выражало желание интегрироваться в эту организацию в прошлом месяце, но не оформило свою просьбу официально. Заявление внешнеполитического ведомства было сделано на следующий день после визита в Азербайджан президента России Владимира Путина, где он провел переговоры со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Объединение БРИКС Плюс в настоящее время насчитывает 9 членов. В этом году в него вошли Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Желание о вступлении выразили и другие государства. В начале июня Москва приветствовала намерение Турции о вхождении в БРИКС. По словам пресс-секретаря кремлевского лидера Дмитрия Пескова, этот вопрос будет включен в повестку дня следующего саммита организации, который пройдет в октябре в России, отмечает Аджер Пресс. Аргентина также выразила намерение присоединиться к БРИКС на саммите, состоявшемся год назад в Южной Африке, но позже отказалась из-за противодействия своего нового президента Хавьера Милеи.